Ребята, рекомендую подписаться вам на группу Мобилкафон. В принципе, ребята, в этой группе проходят еженедельные конкурсы на 1000 рублей. И вот, ну и сам, в принципе, ручаюсь за данный конкурс, то, что они действительно честные. Будет 10 призовых мест, ну и каждый которых получит по 100 рублей. Вот, это, в принципе, такой еженедельный конкурс. Вот, я, в принципе, вам об этом сказал. Ну и, в принципе, также проводятся здесь все различные конкурсики. И также у этой группы есть свой сайт, вот, где продаются всякие различные смартфоны, планшеты, аксессуары и так далее. В общем-то, если вы заинтересовались, все ссылки есть в описании. Ну а сейчас погнали смотреть мой видос. Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк под это видео, подпишись на канал и напиши свой ник в комментариях. Также не забудь нажать на шестеренку и поставить галочку, чтобы получать уведомления о новых видео. Более подробная информация в описании. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер. И сегодня, ребята, мы записываем рубрику, которая называется «Латки». Вот, записывать я сегодня буду с Ховиком, поздоровайся. Всем здорово. И с Леопардом, поздоровайся. Привет всем. Вот, короче, ребят, сейчас давайте на каменном мага выясним, кто у нас будет, так сказать, догоняющим, а кто у нас будет убегающим. Так, готовы? Да. Давайте, раз, два, три. Секатор. Какой секатор? Ножницы. А, ты, значит, просрал. Перезаход делаем. Ты нас догоняешь, мы от тебя убегаем. Так, ну мне кажется, что-то прям изи будет. Потому что карту мы выбрали прям очень жестко. Что я могу, жестко. Скажите? Что я могу делать? Ты вроде мины бы сейчас... Да, когда ты сейчас один, ты можешь ставить мины, а потом, соответственно, у тебя эта функция пропадает. Чего? Ты, сука, лагаешь? Я ничего не лагаю, говорю, ты сейчас можешь ставить мины, потом у тебя эта функция пропадает. Когда ты, например, что? Одного догонишь. Сука. Если что, там зайди, потому что, может, у него на экране не дотронулся, а у тебя, допустим, нет. Окей. Было. Было? Да-да-да, было. Ой, хуй, лах. Да, он там сидит, пожалуйста. А теперь мы не можем минировать, правильно? Да, а я могу, у меня как раз таки эта вся функция открывается. Смотри, Серега едет ему, а я его снизу буду ждать. А у него... Он может 3 раза уничтожаться, он тут на стеночке. Не, едь ты, потому что я там это, я... У меня руки замерзли, и я не проеду. Я и так там ехать не могу. Я сейчас с тобой на улице буду. Че, пацаны, думаете, меня догоните? Да. Ну давай, Ховик. Удачи. Так у меня паук. Но все равно удачи. Сука, ты не пей. Хитрюга. Хитрюга, хитрюга. Ах ты хитрюга. Эй! Лови его. У него еще 2 раза может уничтожаться. А что из-за права такие жесткие? Вот он, вот он. Давай, 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 гони, гони, гони. А где леопардер? А? А, вон он. Все вижу. Да все, я тебя увидел, парень, не надо за мной ехать. Я тебе говорю, я тебя увидел. Бух! Так я догнал? Нет. Да, было. Нет. Я прям перед тобой. Типоньки, и все. Я сейчас включу бандика. Вон там где-то. А, или сзади тебя. А он на паузе сидит, козел. Убирай паузу. Ладно. Быстро, ладно. Да ладно, все убирай. 20 секунд просрали. На нашей базе уже. В смысле? А, да? Лалки, я не был на паузе никогда. Ага. Тох ты лагерь. Это я-то лагерь, Ховик. Бум! Все. Все, теперь будет, так сказать, ребята, самая у нас жесткая часть. Это нужно будет убегать просто от этих писюнов. Давай, давай, Ховик, Ховик, зажимай. Ховик, нашу базу есть.
Хавакей на нашу базу. Базу. На нашу базу, блять, okay. Хавакей. Он на флаге только что проехал. Было. Разве? Да. Ты прям. У меня прям жестко. Ну, сейчас было. Да, ну хер с ним, я да, думаю, что рассинхрон, но у меня бы я прям красиво тебя так обоехал. И эпическое. Так, ладно. И получается, я у нас последний, давайте перезаходим. И теперь я вас, соответственно, догоняю. Подождите. Чего тебе? А, вот. Развисло. А, ну все, давай. Хой, ДЦПшный. Зачем ты за меня зашел? Так, ладно. Это, конечно, все дело. Знаете, хорошо, надеюсь, тебя рядом нет. Чего? Я надеюсь, тебя рядом нет. Наверное. Ховик, ты где? Дома. Нету атамина. Я ж тебя предупредил, Ховик. Нет, туда там мина. А, я же без дальше. Охереть, вот ты как раз таки лагаешь прям писюн, а? Ты хочешь и не трушку взять, и догнал уже. В смысле, ты догнал? Угу. Второй раз догнал. Вот ведь я не догнал. Я в тебя врезался два раза. Точно? Да. Ну, у меня на видосе потом посмотришь. У меня теперь на 40 ластиков было почти. Догнал. Не было. Я за мину уехал, и ты меня дернул. Да на экране потом у меня посмотришь, что я тебя гнал. Ну хер с ним, давай, сейчас догоним его. Я, короче, еду туда к нему. Ты караулил его внизу. А, вон я вижу, давай. Караулим снизу. Он снизу, это уехал только. Он наверху, да, сидит, козин, смотри. Да я уже это респаюсь. Куда он едет, Хой, говори инфу. Ой, дратути! Все, догнал. Из-за угла. А тут жестко прям было. Так, ну давай для пущей эпичности у нас будет не Серега, а Ховик нас теперь догонять. Давай. Так, давайте перезаходим. Мы сейчас с Леопардом заходим за синих. Но Ховик у нас заходит за красных и пытается, конечно, у нас эпичник. Эй, что у меня грузится такое? В смысле, что это за говно у меня грузится на пол экрана? Хорошо. What the fuck? Что у меня за говнище? Охереть. Так, я сейчас перезайду. Типа, стоп битва, да? Чё? Не, продолжаем. Ховику будет, так сказать, фора. Потому что у него будет возможность уже доехать до моей базы, так сказать. И встать. А Ховик чё у нас там уничтожился-то? А он полуминусом. Он сейчас испанется на своей банице. Да, я знаю. Вот и все. А где у нас Хвык-то? А, вон он. Вижу его. Хвык, ты меня что ли увидел? А, Хвык? Да. Как так? Че, Ховик зоркий глаз? А ты что там сидишь, козел? Давай спускайся оттуда. А что? Я не знаю. Надо? Ну, если надо. Можно. Оп. А что ты в натуре спустился? Я ж пошутил. А я нет. А Ховик что, за мной едет? На центре. Он. А, ну, не в удачную сторону нет, поехал. Направо не едет. Почему? А, ну, все понял. Так, чисто. Из принципа, да, не поеду направо. Едет направо. Там мина стоит. Я там знаю. Слышишь, что? Когда, как ты только что где остановился, там стоит мина. Я знаю, я перед ней остановился. А, я думал, он только что поставил. Не. Он меня давненько писал. И я прям за собой его веду, не сюда. Ну, Леопард, что ж ты меня подрезаешь? А я его путаю, видишь? А-а-а. Хой, не надо говорить, что было, не надо. Я под тобой проехал.
сильно под тобой. Хойка, она сейчас микро, походу, опять отключила, и это не можешь сказать, когда он догнал, а когда не догнал. Вот догнал. Я тебе говорю, я на тебя спрыгнул. Хойк, а рядом это не догнал. Я на тебя спрыгнул сейчас. Да, я, короче, стою, я пока не вижу ничего. То есть я вижу только ник леопардера, который так уиу. Сука. Нет. Травма. Вот сейчас да. Не травма. Я еще не пальцы замерзли, я просто дубовый, я не могу играть. Здравствуйте, Хойк, и пока. Он на своей базе сейчас. Чё, я где? На своей базе? Нет, у меня там мои минки, если что, стоят, осторожно. Ну ладно. А где он? Он это, снизу там, да. Где? Сука. Такой просто мистер беспалевность, блядь, как будто я его не видел. Такой едет мне обрез. А где он? А где он? Интересненько, интересненько. Я думал, ты... Хойк, иди дальше. На какой стороне? А где он, кстати? А, вот он. Дальше. Не знаю я где. А где я, ребята? А, ребята, где я? А? А где я? А где я, пацаны? Что-то он уже галип, короче, нажал. Нет. Такое, в принципе, окружение прям жесткое. Здравствуйте. Какой даун, да? Какой даун просто. Едь в ту сторону, смотри на него, из-за этого просрал тебя. Хойк. Баб. Давай, ты же не можешь больше, да? Да, я больше не могу. Давай, все, у нас сейчас решающий. Ладно, все. Он здесь, у меня респанулся. Я еду. Неправда. А где вы, пацаны? Вот ты просто гений, как минимум только гений, кстати, направо. Я что ли? Да. Спасибо. Идеально поставил мину просто. Как не подорваться, я даже придумать не могу. Видал, что могу? Видал. Сальтушкой в минус просто. А как ты так можешь? Да! Да, сука! От двух просто на карте убежал. Это ж как так можно? Это ж просто обосраться. Обосраться. Ну, короче, ребята, вот такой у нас получился выпуск Латекс. Соответственно, если вам понравился, конечно, не забывай поддержать меня лайком и, конечно, подписывайся на канал. Ну, а с вами был Вайдер и Леопардер и Ховик. Всем пока-пока. Всем пока.